Биробиджанское гидрометеобюро сообщает об ухудшении погоды с 5 по 6 августа. В регионе ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и восточный ветер до 15-20 метров в секунду. Они могут спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций муниципального уровня. В связи с этим подразделения МЧС России по ЕАО приведены в готовность. Возможны кратковременные подтопления приусадебных участков, а также традиционных низкопойменных мест дорог местного значения. На контроле у нас традиционно село Раздольное, село Кирга Биробиджанского муниципального района, ряд дорог местного значения в Облучинском и Октябрьских муниципальных районах. Органы управления силы структурных подразделений главного управления приведены в готовность к возможному реагированию при ухудшении обстановки. Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации под контролем. Жителям области рекомендуется не подвергать себя риску, держаться подальше от объектов, которые могут обрушиться от воздействия сил непогоды, и по возможности оставаться дома. Ольга Киселева, Кирилл Богаченко, новости 21.